Журнал «Космополитен» на днях открыл сезон летних вечеринок «Космо-бикини-пати». Экс-солистка группы «Серебро» Лена Темникова, сбросившая 18 килограммов после родов, продемонстрировала роскошную фигуру на обложке июльского номера. Все, кто пришел на вечеринку в бикини, а также с июльским номером журнала «Космо» в руках, получили специальные подарки. В течение вечера работал бьюти-бар, где визажисты делали всем читательницам пляжный мейкап. Не обошлось и без освежающих коктейлей, танцев и фотосессий. Ну а хедлайнер вечеринки Лена Темникова с радостью раздавала автографы и делала селфи со своими поклонниками.